Во дворце спорта «Триумф» завершились соревнования Российского физкультурного спортивного общества «Спартак» по боксу среди мужчин. Всего в финальных поединках приняли участие 12 пар сильнейших спортсменов. Кто же стал победителем, узнали мои коллеги. Во всероссийских соревнованиях, которые длились 5 дней, приняли участие 130 спортсменов. Но финальный гонг прозвучал только для 24-х. За боями следила судейская коллегия из 5 человек. Они оценивали боксеров по 3 критериям. Техника и тактическое мастерство, точность удара и дух соперничества. По своему накалу очень соревнования проходят на высоком организационном уровне. И боксера тактическое мастерство очень высокого класса. У нас здесь мастера спорта международного класса, мастера спорта и кандидат мастера спорта. Очень хороший бокс показывает. В этих соревнованиях участвовали спортсмены из 24 регионов России. Евгений Жоров из Адыгеи. Боксом занимается 15 лет. Сейчас он мастер спорта международного класса. Со своим соперником встретились на ринге в весовой категории 51 килограмм. В этом бою Евгений одержал победу. Достаточно конкурентный бой. Понятно, я его выиграл. Мне дали все 3 раунда судьи единогласным решением. Но соперник достаточно непростой. Пришлось выложиться. К этому турниру мы месяц готовились. Там с утра мы набирали физическую форму, по вечерам у нас бокс. Там 5-6 дней в неделю я тренируюсь, поэтому я был уверен в подготовке. Участники, занявшие первые места, получили чемпионский пояс по боксу и путевки на первенство России. Всего в этих соревнованиях среди мужчин 12 победителей. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, Люберецкое телевидение.